Телекоманды аргентинской таможни. Хавьер Альварес с собакой по кличке Аква. Представители команды таможенного управления Израиля. Капитан команды Тамер Матза и Хэн Кохен с собакой по кличке Драгос. Представители команды таможенного управления службы государственных доходов Латвийской Республики. Капитан команды Модрис Нартис. Ирена Замбарре с собакой по кличке Насау. И Елена Третьякова с собакой по кличке Моджа. Представители команды Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Капитан команды Алексей Леонидович Демьяненко. Кинологи Юлия Вышивалова с собакой по кличке Центавра. И Екатерина Соловьева с собакой по кличке Аннабель. Представители команды служебной кинологии финансовой администрации Словакии. Капитан команды Лукаш Чурин. Представители команды Главного управления защиты таможен Министерства торговли Турецкой Республики. Капитан команды Али Ак и кинолог Кутай Конжа с собакой по кличке Филька. Представители команды таможенной службы Финляндии. Капитан команды Ари Нейменя и кинолог Тимо Паласанин с собакой по кличке Масси. Представители команды таможни Франции, капитан команды Мартин Флеури, кинологи Франсуа Жан Жиль Талло, с собаками по кличке Ике и Элиза, Жустин Леврел с лабрадором-ретривером. Представители команды чешского таможенного управления.